Всем привет, дорогие друзья, с вами Деп, и сейчас мы будем играть в игру Майнкрафт. Я скачал очень интересный мод на зомби в этой игре, то есть помимо обычных зомби у нас будут еще 7, вот как вы можете заметить, новых зомби. Каждый из этих зомби будет чем-то отличаться, какой-то сильнее, какой-то слабее, и мы их протестируем, проверим вообще, кто самый сильный из этих всех зомби, кто самый слабый, как они вообще убиваются, что они делают и так далее. Ну, в общем-то, ролик будет интересный, я говорю вам это сразу, ставим лайки, не забываем, подписываемся на мой канал, кто еще этого не сделал. Пишем комментарии, ребята, по поводу этого ролика. И все, всем желаю приятного просмотра. Все, ребята, я уже готов начинать этот ролик. Я подготовился, построил такую крепость, как вы можете заметить. Знаете для чего? Например, если зомби будет слишком сильный, я буду стрелять по нему с лука. И посмотрим, за сколько выстрелов он умрет и так далее. Так, давайте начнем с самого первого зомби в этом моде. Сейчас давайте оденем хоть какую-то броню. Давайте... Ну, кожаную. Для начала кожаная. Посмотрим вообще реально ли будет его убить с кожаной брони и деревянного меча. Проверим. Все. Остальные яйца призыва мы положим в сундучок. Вот, пока они нам не нужны. Все, спавним, ребята, первого зомби. Сейчас хп отрегеним. Блин, не знаю, мне как-то страшно. Мне кажется, я не смогу его убить, но проверить надо. Вот у нас такой зомби, смотрите. Это получается самый легкий, что ли? Так. Пытаемся его убить. Посмотрим вообще, как это будет. Пока я его бью... Я надеюсь, он хоть умирает. Ой, слушайте, нифига мне хп снял с одного удара. Странно, что... О, я его убил. Кстати, ну, зомби довольно сильный. Зомби очень сильный. У меня и голод весь потратился, и хп. Все, первого зомби все-таки, вот самого первого зомби в этом моде реально убить получается с кожаной броней и деревянным мечом. Сами понимаете, что с железной броней и так далее будет его убивать намного легче. То есть первый зомби все-таки значит легкий. Давайте перейдем ко второму. Вот и второй зомби из нашего мода. Сейчас его спавним. У меня, кстати, что-то голод начал быстро заканчиваться. Ну ладно, я думаю, в принципе, и без него можно. Смотрите, как выглядит у нас второй зомби. Он какой-то уже поактивней. У него какие-то кишки, что ли, вылазят. Попробуем его убить деревянным мечом. Смотрите, у меня какое-то отравление сделал. Ребят, смотрите, смотрите. Ой-ой-ой-ой. Смотрите, что происходит со мной. Он, кстати, очень жесткий. У меня... Фух. И, ребят, вот это меня штырит, смотрите на меня. Ё-моё. Да, вот этот зомби существенно сильней. Все, меня отпустило. Сырая говядина, кстати. Давайте ее не будем есть, чтобы не умереть на всякий случай. А сейчас восстановим, в принципе, голод, хп. Фух, у меня, кстати, деревянный меч сломался почти. Ну, как вы можете заметить, второго зомби мы тоже смогли убить с кожаной броней и деревянным мечом. То есть пока первые два зомби из этого мода убиваемы. Вот это меня уже радует, то что, ну, типа, они не такие жесткие хотя бы. Дальше будет, ребят, самое интересное, так что не переключайтесь, смотрите до конца. Вспомним третьего зомби и попробуем его убить деревянным мечом. О! Вы слышите, как он орёт? Ё-моё, братан, что такой громкий? Он тоже, кстати, легкий, в принципе. Так, ну, три зомби уже легкие. Я их убиваю с кожаной броней и деревянным мечом. Но они даже меня, в принципе, не могут ударить, потому что я их тупо разношу, так скажем. Все, пробуем убить четвертого зомби. Блин, что-то мне так еда начала быстро садиться. Я не понимаю, с чем это связано. Все, берем четвертого зомби. Блин, ну где же здесь уже будут сильные зомби? Что-то пока на самом деле легкие. Все. А, знаете, как его зовут? Киборг. Сейчас против нас будет киборг. Спавним. Вот он, смотрите, смотрите, это получается какой-то... Он меня что, не будет бить? Ё-моё. Смотрите, он получается... Это какой-то железный зомби, да? Полу-железный какой-то, полу-обычный. Так, я думаю, мы его сможем убить, хотя у меня меч уже сломается сейчас. Опа. И с него мне выпал порох. Странно, кстати... Выпал порох. А, тоже убиваемый зомби. В принципе, пока все изи, ребята. Пока особой опасности у нас не представляется. Но это еще не самый сильный. Это только был четвертый. Всего их 7, напоминаю. Давайте берем, получается, пятого зомбаря. Пятого зомбаря. Сейчас восстановим меч. Итак, на очереди у нас пятый зомбарь. Опять кушаем, потому что хп нужно, чтобы регенилось. Пятый зомбарь. Вот он. Смотрите, у него, получается, ног нету, да? Он и глаза как у херабрина, он какой-то бешеный, кстати. Ползучий зомбарь. Он как-то пыхтит странно. Смотрите-ка. Не, вот это, кстати, красивенький зомбарь. Тоже легкий. Так, ребят, ну, 5 зомбарей вообще изичные. Убивай их деревянным мечом.
Окей, меня это радует, то, что все-таки с этим модом будет реально выживать. Я думал, они будут какие-то неубиваемые, но все равно последний занварь будет самый жесткий. Это по-любому. Его мы уже не убьем зеленым мечом, как я думаю. Пробуем, ребята, шестого зомбаря, да, это шестой танк. Его зовут танк. Спавним. Смотрите какой. Это у нас шестой зомбарь. У него какая-то одна рука больше, другая меньше. Шестой зомбарь на очереди, напоминаю. Пытаемся его убить. Я надеюсь, мы сможем это сделать. Так, братан, давай. Кстати, они бьют сильно, если еще. В принципе, у меня с первого удара, наверное, убьет. У меня сейчас меч сломается. Вот это уже зомбарь посильнее, конечно. Посильнее, чем его прошлые собратья. О, тихо! О, меня, кстати, не убил с первого удара, на удивление. У меня меч сломался. Ты вообще, братан, собираешься умирать, нет? Давай, 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 давай. Да, короче, ребят, этот жесткий. Этот уже жесткий. Мы его, короче, получается, не можем убить все-таки деревянным мечом. Он реально такой лютый. Ну, знаете, типа, он может и убиваемый, но в любом случае, тычки у него такие сильненькие. Он мне оставляет два сердечка, когда меня бьет. Я предлагаю надеть уже, получается, железную броню и попробовать его убить железной броней. Потому что, ну, реально он меня чуть не убил. И сами видите, сколько я по нему ударил. Явно побольше, чем по прошлом. И ему вообще пофиг. Так что, вот давайте кольчугу, да, оденем. Вообще, давайте посмотрим. Давайте оденем кольчужную броню, раз уж я взял, и каменный меч. Все, точно, точно. У нас же есть такой сетик, сейчас его оденем. Все, я готов, в принципе, к бою. Начинаем нашу драку с ним, заметик. Давай, танк, покажи, на что ты способен. Но в него, кстати, попасть тяжело, он такой огромный, но, тем не менее, мне к нему близко приходится подходить, чтобы его ударить. Так, давай, давай, братух. Уже, кстати, ночь наступила. Еще это все? Ну, кстати, убить его тяжело. Убить его реально тяжело. А вон тот прошлый плавает, кстати. Так, братан, ты что-то какой-то вообще. Ты какой-то... Так, ты куда пошел? Давай, давай, за мной, за мной, за мной. Не понял. Ё-моё. Их теперь двое. Мне ко мне еще один приплыл, короче. Слушайте, ну их не убить. Их не убить, короче, обычным мечом. Это реально так. Смотрите, сколько я их уже бью. Типа, им во... Сори, сори, как сильно ударил. И учесть, что у меня кольчуга. Не, ребят, им пофиг, реально. Им пофиг, реально. Короче, каменный меч их не берет, как и деревянный. Вот это уже началось, да? Сам видите, я уже сломал себе каменный меч, а им вообще пофиг. Меня убили, прикиньте. Не, реально, танк это жесткий. Давайте попробуем, ну, железный сет наденем и железную броню, и железный меч, в принципе. Так, я спавню опять этого танка. Пробуем. Давай, братух, иди сюда. Уже у меня железный меч. Попробуем убить хотя бы же. Давайте еще в прыжке вот так прыгать будем. Наверное, так больше будет дамаг. Хотя не факт. Давай, братух. Давай, 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 давай. Я зажал его в этом... В углу, короче, все запинываем. Давай, давай, давай. Ему, кстати, мне кажется, пофиг на меня. Давай, 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 давай. Херачим, херачим его. Попробуем вообще реально это сделать или нет. Блин, долго, долго, конечно. Ну, очень жесткий, кстати, очень жесткий танк это. То есть, мне кажется, если вы только зашли в игру, у вас нет никакой брони, нет меча нормального, то это крышка. От него надо убегать, сломя ноги просто. Смотрите, даже железный меч, что-то его слабенько как-то дамажит, у меня уже пол меча нету. О, мы убили его наконец-то. Смотрите, нам выпали алмазы. Два алмаза нам выпало с этого зомбаря. То есть, прикиньте, так можно сформить, в принципе, алмазики. И все, два алмазика. Нет, отлично. То есть, даже в шахту не обязательно идти, например, с этим модом. Просто убивайте этого зомби, хотя его убить тяжело, но это можно. Я потратил пол железного меча, но его реально убить. И все, и зарабатывать себе алмазики, крафтить себе какую-нибудь броню, в принципе. Так, давайте уберем их. Ну что ж, вот и настал этот момент. Сейчас я спавню самого сильного зомби из этого мода. Самого. Сильнее нету, ребята. Фух, надеюсь, вы готовы. Я тоже готов, ребята. Начинаем. Вот он, машина. Прикиньте. Все, меня нету. И даже к нему подойти не успел, у него размах рук вообще нереальный. Прикиньте, и все, меня нету. Вот вам, пожалуйста. Вот так вот, ребята, да. Понимаете, что железная броня вас уже не спасет.
Фух, это было жестко, это было жестко. Ну, знаете, что давайте сделаем? Я специально приготовился к этому бою. Давайте оденем алмазную броню и попробуем убить вот этого здоровяка с алмазной броней. Я полностью в алмазной броне. Давайте попробуем убить его с алмазной броней. Если мы не убиваем его с этой броней, то я на самом деле буду в шоке. Все, спавним его. Вот он, смотрите, какой огром. Вы прикиньте, к нему даже подойти нереально. Это все, это самое сильное, это самый сильный зомбарь в этой игре. Вот вам, пожалуйста. Вот такой мод. Не, мод реально хардкорный. Если прошлые были такие изичные, в принципе, зомбики, то вот это уже вообще нереально жесткий. Одеваем, давайте оденем алмазную зачарованную броню, прокачанную в хлам. Броню и прокачанный в хлам меч. Ну, мне кажется, даже он не поможет в этой ситуации, и как бы его убить никак нельзя. От него только убегать. Я в зачаренной полностью броне алмазной. У меня зачаренный меч. Вот настолько он зачарен. Пробуем убить его с такими вещами. Короче, от него вообще ничего не спасет. Прикиньте, вообще ничего. У меня есть, короче, последняя надежда, как его можно убить. Это только с лука. Попробуем сейчас убить его с лука. С этой крепости, которую я построил. Вот я и на крепости. Ну, если мы его не убиваем сейчас с лука, то, ребят, это вообще тогда нереально. Попробуем убить его тогда с креативом, с творческим режимом. Так, стреляем ему в голову. Слава богу, я нормально построил крепость, но он нас не может достать никак. Вон, смотрите, какой злой. Какой он огромный. Ну давай, братишка. Сейчас ребят, наверное, ускорят момент, потому что смотреть, я думаю, это будет долго вам. Вообще, посмотрим. У меня сейчас два стака стрел. Проверим как раз вообще, реально ли его убить с двумя стаками стрел. На, братишка, тебе в жбан. Хопа. На. На. Все, ребят, я сейчас ускоряю это видео, потому что смотреть, я думаю, вам придется долго. О, я смог его убить. Вы представляете, его, короче... О, с него тоже алмазики выпали. Давайте посмотрим, сколько. Два тоже. 5 алмазов с него выпало. То есть, если с того танка 2 алмаза, то здесь 5. Все, ребята, все-таки его реально убить, но, как вы можете заметить, в ближнем бою его никак не убить. Какая бы у вас броня ни была, когда ты с ним в ближнем бою. То есть, вообще никак. Пробуйте, не пробуйте, это нереально. Вот, ну, если у вас есть лук, который более-менее зачарован, у меня вот так он был зачарован, ну, так слабенько, но пойдет, то его реально убить. Вообще, ну, типа, я потратил всего лишь-то полстака стрел, и он лег. Ну, это учесть, что я ему, конечно, стрелял только в голову, но, как вы можете заметить, это реально. Зомби очень жесткий, но в любом случае справиться с ним можно. В общем-то, ребят, надеюсь, вам понравился этот ролик. Если вы хотите подобного какого-то формата на моем канале, то пишите все в комментарии, я все прочту. С вами был, как всегда, Деп. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. До скорых встреч!